Многим мариупольцам не по карману поездки на отдых, поэтому отдыхать планируют дома. При этом городскими пляжами довольны не все. Несмотря на это, в разгар лета прошлого года посещаемость городских пляжей в будни составила более 20 тысяч человек, а в выходные и праздничные дни достигала 30-35 тысяч отдыхающих. Перед началом нового сезона городские власти обещали превратить мариупольские пляжи в зону комфортного отдыха. Конечно же, это перспектива не одного года, но посмотрим, что уже удалось сделать. В этом году на содержание пляжей Левобережного и Приморского районов был выделен 1 миллион гривен. За соблюдением норм следит коммунальное предприятие «Зеленстрой». А проверки состояния пляжей проводят несколько ведомств. МЧС, водолазы, воду в питьевых фонтанчиках проверяет Госпотребслужба. Они во всех точках взяли анализ воды, во всех точках на выходе, вот это номера этих фонтанчиков, сделали, провели лабораторные исследования, результаты представили, и на основании этого, после этого эта лаборатория взяла, санстанция, объехали все. Морскую воду в местах купания проверяет в течение всего лета лабораторный центр Министерства охраны здоровья. По их информации, холерного вибриона в воде не обнаружено, но обычные кишечные инфекции подхватить можно. Лавочек, навесов, раздевалок, питьевых фонтанчиков и урн на центральном пляже вполне достаточно. Например, в соответствии с общеукраинскими нормами на 20-25 метров пляжа должна находиться одна урна. С чистотой песка не все так просто. В украинском законодательстве этот параметр четко не прописан. А вот международная программа «Голубой флаг», которая ежегодно выбирает самые лучшие пляжи в мире, определяет, что на одном квадратном метре песка есть допустимая норма для мусора. Ну, это все то, что мы нашли на одном квадратном метре центрального мариупольского пляжа. Ну, бычков больше всего, причем они такие старые. Такое чувство, что здесь не убирали, конечно, уже достаточно давно. Вот еще один. Сами мариупольцы по-разному оценивают чистоту пляжей, но практически все уверены, ответственность за нее в большей степени зависит от самих отдыхающих. Разные бывают, и бутылки, и бумажки валяются. Если бы меньше гадили, наверное, было бы больше чистоты. Как оценивают качество пляжей в Европе и в мире, рассказывает национальный оператор программы «Голубой флаг» Виктория Радченко. По ее словам, чтобы получить престижную награду «Голубой флаг», пляж должен отвечать 33 критериям. В Украине в этом году таких пляжей 10. И первая группа критерий связана с экологическим образованием. А вторая группа критерий связана с экологическим менеджментом. Сюда входит, например, и вывоз мусора, и водопостачания и водоотведения. Третья группа критериев – это безопасность. И мы тут смотрим на работу, как работают спасатели, как работает пляжный патруль или спасатели. Здесь разные структуры есть в разных городах. И четвертая группа критериев – это как раз инфраструктурные какие-то требования. При этом она отмечает, что некоторые украинские нормы даже строже, чем европейские. Но то, что прописано в законах, не всегда у нас выполняется. Песчаный пляж, или как его называют местные, песчанка. На мой личный взгляд, это самый лучший пляж Мариуполя, потому что находится он достаточно далеко от завода, немножко на выезде из города, из центра сюда ехать приблизительно 20 минут. Вся та часть этого пляжа, которая находится за моей спиной, она была закрыта для посещения в связи с проведением АТО. Но в этом году здесь будет проходить достаточно громкое событие «Мариуполь Фест». Приедут разные украинские группы, исполнители. И эту часть пляжа тоже открыли. Давайте посмотрим, как на песчанке с чистотой и санитарным состоянием. Фонтанчики работают, урн достаточно. Дежурят спасатели. Но то, что повергло нас в шок, это общественный туалет. Слезы выступили. И не только нас. Хотелось бы больше общественных, может, туалетов каких-то, может, биотуалетов, чтобы это было, ну, хотя бы, чтобы ты заходил в туалет, как, может, как себе домой, чтобы не было таких запахов. Люди, тем не менее, говорят, по санитарному состоянию и чистоте песка песчанка лучше других пляжей. Ну, центральные более цивилизованные, вот цивилизованные. А здесь санитарным состоянием? Не очень, там же городская канализация проходит, там не очень. Городская власть о своих недочетах знает. Ну, я надеюсь, этот сезон мы переживем старое оборудование и плюс то, что успеем установить новое. А вообще у нас большие очень планы на следующий год принципиально изменить
подход к обустройству. Собственно, подход мы уже изменили, но принципиально изменить наши пляжи. Также есть в планах власти привлекать к благоустройству бизнес. В этом вопросе без конфликтов пока не обходится. Что из этого получится, увидим уже в следующем сезоне. Юлия Диденко, Андрей Кюржеев, общественное телевидение Донбасса.